Слушай, мы на Deo-фесте, и помимо грузовиков Deo, на Deo-фесте представлен еще один очень интересный продукт, который обещает нам на российский рынок добавить еще одно качественное изделие, которое можно будет без стыда продавать своим клиентам. И это гидроборты. Гидроборты производителя DIMT, корейские гидроборты, что для нас, для всех большая радость, потому что корейские продукты известны своим качеством, которое нам всем полюбилось в России. И подробно, как эксперт, нам сейчас об этом расскажет Станислав. Всем доброго дня. Хочу вам представить южнокорейский гидроборт DIMT. Сами у нас модели называются DLC, DLS, в зависимости от того, что это слайдер или это консольный гидроборт. На данный момент в России мы планируем поставлять гидроборты грузоподъемностью 1000 кг и 1500 кг. С длиной рычага 650 мм, 700 мм и 866 мм. В дальнейшем планируем, что рычаг увеличится, потому что люди уже просят побольше, скажем так, грузоподъемностью. Очень похож он, и уже эксперты сказали, на Zepro Z15. Первые эксперты у нас были, это застройщики наши, такие крупные, как Луидор, Центр Транснехмаш, АМЗ, много вчера приходило их. И они реально оценили качество данного гидроборта, потому что и качество сборки, и качество материалов. Ну, на самом деле, кто уже понимает гидроборты, тот сразу определяет. Здесь, в принципе, в гидроборте, как и в Zepro, все одно и то же. 4 цилиндра, одностороннее действие, 2 подъемных, 2 доворотных. Как видите, ну, корейцы молодцы по качеству. Они аккуратно с рукава высокого давления сложили в оплетку, то есть сделали поворотные фитинги. Возможно, мы будем дорабатывать еще пульт. Здесь представлен пульт простой. Он как идет и стационарный у них, так же он и мобильный. Он же поднимет нас? Конечно, конечно. Отлично. Обратите внимание на ролл-стопы. Вот данная опция, она идет у нас по умолчанию. Анодированная платформа. Ширина платформы максимальная, то есть 2580 миллиметров. Готовы? Да, да. А это такая как защита от неосторожного водителя рохли, да? Смотрите, на данный момент, если мы смотрим боковые держатели груза, если вдруг груз на тележке скатится в бок, то он до бокового держателя дойдет и остановится. А вот это у нас, скажем, опция, она... Ее просят многие ритейлы, это просят такие, как магниты, обязательно. Без нее даже они просто-напросто гидроборт не рассматривают. Ролл-стоп, он всегда держатель любого груза, ну, тележек, в основном тележек. Еще раз прошу обратить на качество платформы. Здесь просто шикарные. И все платформы алюминиевые, правильно я понимаю? Все платформы алюминиевые, также мы можем представить данную конструкцию с платформой стальной. Пускайте меня, то как-то неудобно. Я сверху стою где-то. Бесшумно работает абсолютно. Класс. В принципе, здесь вообще все просто. Здесь три катушки, три клапана. Подъем, поворот и подъем, опускание, подъем, опускание и доворот. Реле, электродвигатель, блок. И здесь у нас находится бачок, туда погружной насос идет. Если вдруг гидроборт, гидравлик, что-то происходит, то есть стоят у нас на балке там блок, и там клапан обрывного действия стоит, и дросселя. То есть если что-то вдруг с гидравликой происходит, то он блокирует автоматически, и груз не упадет. Отлично. Давайте посмотрим, как он закрывается. Так сказать, в транспортном положении, как он выглядит. Ну, такой он обращает на себя внимание. Ну да, да, у них так. Здесь, возможно, еще будет доработка с пультом, мы сейчас думаем, планируем. То есть не только увеличить рычаги для клиентов, которые просят побольше, подлиннее их сделать. Увеличили вот на данном гидроборте, здесь нет этого, но уже в следующей партии пойдет более высокий, длинный на 20 сантиметров кронштейн крепления гидроборта к раме. Здесь, если еще посмотреть в нишу, на данный момент вот здесь у нас ключ выключения. И также здесь аварийные есть, если посмотреть, два рычажка, да? То есть это у нас доворот и аварийное опускание. То есть класс, это большая радость, то, что появились гидроборты корейские, качественные, потому что, ну, честно скажу, для нас это боль, когда мы поняли, что, ну, хорошие продукты пропадают с нашего рынка. Откровенно, поставок новых каких-то мы не видим, таких вот прям, ну, как цикличных, выстроенных поставок, да?
А ну, для нас или клиентов это важно, чтобы были цикличные поставки, чтобы можно было эксплуатировать такие автомобили. И это большая радость. Да, я с вами совершенно согласен. Да, но гидроборд я вижу как хорошие замены европейских гидробордов. Именно европейских. Да? То есть и позиционирование, да. Потому что качество этого продукта, ну, вы сами все видите, то есть лишние слова. Но это премиум. Это откровенно, да, это премиум. И, пожалуй, это единственный доступный, нормально доступный на российском рынке сейчас премиум, на который можно рассчитывать. Да, еще раз скажу, ребят, вчера очень большое количество у нас было застройщиков со всей России. Они реально это оценили, реально сказали, что это говорит, на данный момент бомба. Просто да. Такого еще... Это факт. От всей души желаем, чтобы у вас это все пошло, классно продавалось, чтобы у нас на рынке этот продукт классно себя показал и продавался. Мы вас благодарим и, как говорится, приглашаем к сотрудничеству. Все, спасибо. Всего хорошего. Happy.